Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про те, як не зашкодити здоров'ю, лікуючи грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Адже зараз в Україні збираються кардинально змінити підхід до лікування цих недугів. Ось на які препарати варто витрачати гроші, а на які ні, які допоможуть, а які ні. І чим варто лікувати головне діток, саме про це ми говоримо сьогодні з гостею нашої студії, з Галиною Грановською, головний імунолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Доброго дня. Добрий вечір. Нашим глядачам я також хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви бачите номера телефонів на ваших екранах, можете долучатись до розмови з вашими питаннями, а також ставити їх у коментарях в мережі з Facebook. Також ми будемо їх озвучувати у прямому ефірі, тому долучайтесь, а ми починаємо. А пані Галино, напевно, про те, щоб говорити все ж таки про те, чим варто, а чим не варто лікувати, треба насамперед розібрати, з чим ми маємо справу. Чим відрізняється ГРВІ від грипу чи інших там застудних захворювань? Ну, не так давно я, в принципі, даже в той же сети Facebook написала статус, которым писала, что, собственно, так называемых простудных заболеваний как таковых не существует. То есть, как под простудными заболеваниями мы в большинстве случаев подразумеваем как раз острые респираторные вирусные инфекции. Их больше 200. И грипп включается в эту группу. В большинстве случаев эти вирусы, вызывающие эти заболевания, поражают верхние дыхательные пути, реже нижние дыхательные пути, то есть могут вызывать пневмонию. Тогда это действительно большая проблема. Но, в принципе, в контексте острых респираторных вирусных инфекций мы чаще всего говорим о тех нетяжелых и недраматичных вирусных заболеваниях, которые поражают верхние дыхательные пути и самостоятельно проходят за 5, 7, 10 дней. Грипп стоит особняком. Грипп – это все-таки достаточно тяжелое инфекционное заболевание с возможностью формирования вирусной пневмонии, с возможностью формирования других тяжелых осложнений. И, кроме того, есть разница в подходе и к лечению, и к профилактике гриппа, и других ОРВИ. Про те, як же ж лікувати, зараз давайте приділимо максимум уваги. Адже нещодавно був оприлюднений список з новими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, де багато з тих препаратів, а навіть діючих речовин, до яких ми звикли, вже їх не рекомендують використовувати. Да. Ви розкажіть докладніше, головне поясніть нам, чому тепер їх не можна використовувати. Ну, начнемо з того, що ми зараз будемо говорити о неосложнених ОРВІ. Це дуже важливо, тому що ОРВІ, к сожалению, мають таке обыкновение, можуть завершатися бактеріальними осложненнями, і тогда тактика лечения меняется. Что же касается неосложненных ОРВИ, то, наверное, я не открою Америки в том плане, что поговорки «лечи насморк, он пройдет за неделю, не лечи за 7 дней», ей много лет, и она пришла, наверное, еще из глубоко советских времен. И, в принципе, уже тогда люди прекрасно понимали, что неосложненные ОРВИ, те самые насморки, небольшие поверхностные, покашливания, кашель такой неглубокий, поверхностный, небольшое першение в горле, небольшой субфибрилитет, лечить, в принципе, незачем. Это все проходит самостоятельно. Скажем так, тот список лекарств, который вот сформировался по ходу вот этой всей истории, он по большей части, простите меня ради бога и уважаемые хмельничанки, сформировался из-за запросов мам и бабушек на тему «ну что-то же надо делать». У наших женщин это очень выражено, то есть заболел ребенок, ну что-то же надо делать, ну давайте же что-то делать. Когда возникает спрос, возникает предложение. То есть, если мама приходит с ребенком к врачу и говорит, ну посмотрите, у него же сопли, надо же что-то делать, врач, в принципе, может назначить что-то симптоматическое для этой ситуации. Далее этот список обрастал препаратами, дальше он стал уже каким-то неуправляемым в плане денег и в плане количества препаратов, но самое главное – в этом нет необходимости. Понимаете, наша медицина отличается от западной тем, что в западной медицине
Очень много расходов по лечению пациента берет на себя страховая компания. Страховые компании очень стервозные компании, они очень хорошо считают деньги. И страховые компании добиваются того, чтобы отсекать все ненужное, потому что они не собираются платить за, скажем, фантазии врача из своего кармана. Если для назначения этого препарата нет никаких оснований, то зачем его назначать, верно? И, соответственно, так или иначе, отсекая все ненужные препараты, мы пришли к тому, с чего мы начинали в нашем детстве. Сиди дома, пей чай, смотри телевизор, читай книгу и выздоравливай сам. Мы к этому снова вернулись. И на данном этапе, если мы говорим о неосложненных ОРВИ, то в списке препаратов осталось лишь промывание носа физраствором, любым физраствором. Зачем это делается? Смывается слизь вместе с вирусами. И контроль температуры и самочувствия при помощи некоторых, всего двух НПВС, препаратов из группы нестероидных противовоспалительных. Это ибупрофен и это парацетамол. Остальные препараты этой группы, в принципе, при таких состояниях не рекомендованы. То есть этого достаточно, чтобы человек с неосложненной ОРВИ выздоровел. Постельный режим, ну полупостельный, домашний режим, теплое питье, хорошо проветриваемое помещение с увлажненным воздухом, промывание носа, все. Дякую, пані Галино. Давайте я попрошу режисерів, перепрошую, щоб вони все ж таки вивели список препаратів, які не рекомендовані, на екран, щоб ми зараз переглянули, який це великий список. І от дивіться, ми тут можемо бачити і антибіотики, які не рекомендовані, противірусні. Інтерферони, да, в першу чергу. Імуномодулятори, інтерферони, антигістамінні, сиропи від кашлю, комбіновані ліки від застуди, вітаміни навіть є у цьому списку. Да, да. І некоторі растительні препарати, які теж, в общем-то, ефективність яких не доказана. Тобто, розумієте, медицина йде к тому, що кожне дійство, кожне назначення медикаментів має бути оправданным какими-то, ну, достаточно серьезными вещами. Если в них нет необходимости, в этих препаратах в контексте лечения этого заболевания, значит, незачем грузить пациента лишними препаратами. Все то, что перечислено, ну, кроме, пожалуй, антибиотиков и интерферонов, не принесет особого вреда человеку. То есть, ну, ничего страшного, если он попьет какие-то там сиропы или попринимает растительные препараты. Вы сейчас говорите про то, что эти препараты, они просто не дадут никакого эффекта. Совершенно верно. Они не ускорят выздоровление. Ключевые моменты какие? Самочувствие, да, то, что называется самочувствием, качеством жизни. И выздоровление, да, то есть вот эти два момента, на которые мы обращаем внимание. Некоторые из препаратов могут улучшить самочувствие, это прежде всего те самые НПВС, то есть ибупрофен и парацетамол, хотя я не рекомендовала бы тоже ими злоупотреблять, но практически ничто из этих препаратов не ускоряет выздоровление. Почему? Дело в том, что вирус – это белок, завернутый в белок. Это информация, это флешка, по сути. Это флешка, на которой есть информация, и эта информация завернута дополнительно в белок. Этот вирус сам по себе делиться не может, это понятно, но он должен как-то себя воспроизвести. Воспроизводит себя он, встраиваясь в клетку и заставляя ее продуцировать вот себе подобных вирусные частички. Так вот, ОРВИ, почему они ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции, ведь хронических респираторных вирусных инфекций не бывает. Потому что ОРВИ заканчивается тогда, когда полностью случивается и замещается вот эта пораженная слизистая. Новая слизистая уже не поражена вирусом, и, соответственно, человек выздоравливает просто по ходу смены цикла вот этой своей слизистой. Уходит слизистая, начиненная вирусами, и все нормально. Но за это время вирус должен перебазироваться в другие макроорганизмы. То есть человек должен прийти на работу и начихать на своих коллег, в прямом и в переносном смысле. Начихать, как говорится, физически и начихать морально. Пусть болеют, раз он болеет. И тогда вирус получит новый доступ к новым клеткам. И, соответственно, он таким образом будет продолжать свое существование.
Але чому, якщо така ситуація склалась, про це ми говоримо зараз, а не там рік, два, три чи ще раніше? Ну, вероятно, потому что, несмотря на то, что вот сейчас новые представители, да, Министерства здравоохранения, несмотря на то, что к ним достаточно много претензий, там и у медиков, и у общества, и так далее, часть этих претензий обоснована, тем не менее, там все-таки пытаются привести нас к неким стандартам медицины, то есть нас пытаются приучить к протокольной медицине. Протоколы – это достаточно жесткие алгоритмы, по которым врач должен действовать. Это не значит, что он не может назначить чего-то свыше, сверх этого. Потом мы, может, вернемся к этой теме, когда же все-таки врач может назначать и не только имеет право, но и должен подумать там, о каких-то других назначениях. Но протокол – это тот минимум, который врач обязан сделать для этого пациента. Вот это письмо, которое было написано заместителем исполняющей обязанности Министерства здравоохранения, это было письмо, которое не рекомендует делать что-либо, кроме того-то, того-то, того-то. То есть, в принципе, это не статья Уголовного кодекса, естественно, и врач может делать назначение сверх того, что, так сказать, прописано в этом письме. Но, тем не менее, протоколы дают костяк, минимум. И если врач не выполнил протокол, и пациенту стало хуже, врача наказывают. Если врач выполнил протокол и назначил что-то сверху, то врач должен пояснить, зачем он это сделал. И если это удовлетворит всех, его коллег, страховую компанию, то, в принципе, все благополучно. Если же врач назначил протокол, а сверху еще кучу всего и не доказал состоятельности своего решения, но все эти деньги могут просто снять с него. То есть эти деньги заплатит он за лечение пациента. Скажите, а в нас зараз от рекомендации МОЗ надає, а протоколы изменяются лікування саме гострих респираторных вирусных инфекций? Сейчас у нас с протоколами, протоколы существуют, они действуют еще, те действующие протоколы, которые существуют, они, насколько мне известно, еще вообще советских времен, там мало что поменялось, потому что, собственно, и в структуре УРВИ ничего не поменялось, и вы бы удивились, узнав, что протокол лечения УРВИ, в принципе, мало отличается от того, что предлагает сейчас министерство. Там только этих препаратов там немає и не было никого. Этих препаратов тогда просто не было, чтобы их назначать. И никому не приходило в голову интерферонами, которыми тогда лечили только тяжелые формы вирусных гепатитов, лечить ОРВИ. Просто никому это в голову не приходило. Так вот, эти протоколы есть. Но наше министерство сейчас предлагает отказываться от всех старых вот этих вот номенклатурных наших этих протоколов в пользу современных западных рекомендаций. Мотивируя это тем, что украинец болеет ОРВИ точно так же, как болеет ОРВИ англичанин. И, соответственно, можно взять протокол лечения английского пациента, применить его на территории Украины. Мы с этим не вполне согласны в силу определенных причин, но в целом их мысль понятна. До цього ми ще повернемося. У нас на зв'язку є глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Вас турбує мама семирічної хмельничанки. В мене питання до пані лікаря. Мені дитині з самого маличку лікар, педіатр наш прописував анаферон, анізон. І от, в принципі, навіть зараз, якщо дитині якісь прояви застуди, то лікар прописує ці от препарати. А зараз бачу, що вони в тому переліку щось не рекомендовані. От скажіть, будь ласка, поясніть у дії лікаря, чи от все ж таки от правильно вона прописує моїй дитині анаферон там, чи амізон, чи от все ж таки не варто їх вживати? Тобто буде якийсь ефект для дитини чи ні? І взагалі якось незрозуміла така позиція, що впродовж, я не знаю, от, дитині 7 років і буквально там з року от там лікар прописував ці ось препарати, які ось зараз МОЗ не рекомендує. Дякую, мы почули ваше питание. Да, ну вот это как раз то, о чем я хотела поговорить. Дело в том, что, понимаете, то, о чем, собственно, я начинала говорить. Протокол – это жесткий костяк, который надо выполнить при любом раскладе. Но у каждого клинициста есть свои, скажем так, пациенты, к которым надо подходить индивидуально. То есть, например, там есть у семейного врача семья, да, вот под наблюдением. Мама, папа, там двое детей. И вот семейный врач знает, что Петенька заболеет ОРВИ, и на второй день у него начнется отит. А, допустим, Дашенька заболеет ОРВИ, и все будет хорошо. И
врач приходит в эту семью, или там эта семья приходит к врачу, и врач уже знает по своему опыту, что Петеньке, как бы там ни хотелось вот этого избежать, но надо назначить антибиотики буквально со второго дня ОРВИ. Потому что еще ни разу за время общения с Петенькой не было такого, чтобы он заболел ОРВИ, у него не случился отит. Но это я, конечно, вы понимаете, условно говорю. То есть, понимаете, когда врач имеет дело с конкретным пациентом, я имею дело с конкретным пациентом, там, ваш семейный врач, педиатр, он всегда оценивает конкретную ситуацию. И если он видит для этого основания, он должен делать все, чтобы помочь ребенку или взрослому выздороветь, если он видит для этого основания. Я могу сказать о себе. Ни себя, ни свою дочь я от РВИ никогда не лечила. Никогда и ничем. Я действительно просто пила воду, и все, мы, в принципе, с ней вот так вот и ей давала воду, и мы так с ней выздоравливали. То есть, но я врач, я могу проконтролировать в любой момент, послушать ей легкие, да, там, посмотреть, как она себя чувствует, заглянуть в горло, понять и так далее. То есть я контролировала ситуацию, но я действительно не лечусь от ОРВИ, потому что в этом для меня нет необходимости. Если ваш педиатр считает, что ваш ребенок без дополнительных каких-то усилий с его стороны может получить бактериальное осложнение, что-то еще. Но, вероятно, у него есть такие основания. Если же эти ОРВИ были, никогда не были осложненными, так сказать, бактериальными процессами, ну, это как раз то, о чем мы говорим. По сути, для именно таких докторов, чтобы они не делали слишком хорошо там, где-то не надо, написали, что в этом нет необходимости, потому что научно доказано, что все это при неосложненных ОРВИ картины не меняет. Ну, мы же учимся, і ваш педіатр в тому числі. Але з ваших слів можна вивести ну таке резюме, що навіть якщо лікар прописує для лікування якісь препарати, які потрапили у цей нерекомендований список, то він може пояснити, чому, так? Безусловно. То есть, і треба в нього запитати. Этот список, он говорит, речь идет о неосложненных ОРВИ. Четко и жестко. Это именно неосложненные ОРВИ. Теперь представим себе ситуацию. У нас есть пациент, у которого есть хронический гайморит. И на фоне этого гайморита при каждой ОРВИ он получает достаточно тяжелое бактериальное осложнение, которое может закончиться очень плохо. Ему врач обязательно пропишет и антигистаминные из этого списка, и антибиотики из этого списка. И можно, конечно, прицепиться, что ж ты прописываешь с первого дня, у него же еще гайморит не обострился, у него всего-навсего ОРВИ. То есть еще же нету гайморита, что ж ты, потому что врач знает, что завтра он уже придет с этой проблемой или послезавтра. Он просто делает все, чтобы пациенту не стало хуже. То есть врач знает, допустим, что у пациента астма. И ОРВИ может спровоцировать ухудшение течения. Он обязательно назначит и кортикостероидные гормоны для лечения этой астмы ингаляционной, и те же антигистаминные препараты, и постарается, и те же антибиотики, постарается это превентировать. Поэтому эти рекомендации, они хороши как костяк. То есть мы имеем молодого, здорового человека, студента, который вот где-то подхватил так называемые вирусные сопли, и вот чем бы его полечить? Ничем. В этом случае ничем. Пусть посидит дома, попьет водичку, почитает книгу, подготовится к зачету. Более для этого человека ничего не надо. Если мы имеем дело с пациентом, который имеет хронические заболевания, очаги инфекции и так далее, то клиницист думает над тем, как устроить обследование, лечение этого человека, чтобы он не пострадал в результате этой ОРВИ. Дякую, пані Галино. Ми також поцікавились в матусь хмельничанок, як вони лікують своїх діток. Давайте подивимося, що вони нам відповіли у короткому бліц-опитуванні і повернемося у студію. Чим лікуємо? Таблетками. А якими? Тобто лікар не прописує? Лікар, собі? Лікар. Все до лікаря ходимо. І все, якби все, що лікар прописує, все купуємо? Все купуємо, да. Все купуємо і все п'ємо. Якщо вже крайній случай, то антибіотики даємо. В основном всегда, потому что у нее не проходит легко ничего. Ну, все таблетки, которые врач приписывает. Ми лікуємо, збиваємо температуру. Ну, Рафаель, якщо велика температура, ну все. Про це вірусні не вірю і не хочу їх давати дитині. Спочатку з лікарем консультуємося, приходить обов'язково, а тоді вже даємо, що лікар назначить. Чим лікуємося? Да. Чаєм з медом. А препаратами, які прописує лікар? Ну, ми стараємося вдома самі. До лікаря, завжди до лікаря ходимо, а потім вже думаємо, чим самим, чи щось купляти. Йдемо до лікаря, лікар виписує, чим лікувати. Самолікуванням я стараюсь не зловживати. А чого? Ну, як вам сказати, можна самі дати щось не то, і не дай Бог, щось дитиною ще буде.
тому я не зловживаю цим. Дякую. Нашим глядачам нагадую, що ми говоримо про те, чим варто лікуватись у ці зимові дні від грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також нагадую, що ви можете долучитись до розмови за телефоном, який бачите на екрані, а також у мережі Facebook. Ставте свої питання, отримайте відповідь у прямому ефірі. А ми продовжимо. А з того такого невеличкого опитування, яке ми побачили, ми бачимо, що ці матусі довіряють лікарям і в першу чергу йдуть до них. Але все ж таки, ми говорили про те, що варто завжди запитати, навіщо виписує лікар той чи інший препарат. А чим може зашкодити оце, коли ми вживаємо ліків більше, ніж потрібно, саме при таких захворюваннях? Ну, як мінімум, в цьому списку є антибіотики і інтерфероні, які не також безпечні для організму, як це, в общем-то, прийнято, як говориться, предполагати. Дело в том, что антибиотики, которые назначаются бесконтрольно, скажем так, дрессируют нашу микрофлору. Мало того, что они вызывают сами по себе осложнения в виде там, того, что действительно микрофлора у этого ребенка, допустим, не будет чувствительна к этому антибиотику и группе препаратов именно этой, но мы еще вызываем, может спровоцировать, например, там, грибковое поражение кандидоз слизистых и масса-масса других нюансов. Можно, в конце концов, частым использованием антибиотиков добиться того, что у ребенка разовьется аллергическая реакция. Интерфероны же применяются сейчас все реже и реже, потому что препараты это действительно достаточно тяжелые, и применяются они в онкологии при лечении определенных онкозаболеваний. Раньше они применялись в лечении гепатита С, сейчас от них там отказались, потому что нашли более щадящее лечение и, скажем так, не менее эффективное, может быть, и более, и гораздо более щадящее. Ну и буквально, может быть, несколько каких-то состояний, связанных с папилломатозом, там, поражением шейки матки, да и то, в принципе, это все достаточно спорно. Страшные речи. Ну, да, то есть интерферон – это препараты жесткие. Рабочие жесткие препараты, у них такие же жесткие и побочные эффекты. Вернее, скажем так, даже, это не осложнение, это именно побочные эффекты. Это и повышение температуры тела, и достаточно серьезное токсическое влияние там и на почки, и на печень, и, скажем так, не очень не рекомендованы пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, так, чтобы назначать интерфероны так на хороший длительный срок, достаточно в хороших высоких дозах, такие, как они эффективны, не просто там, как это у нас принято, в нос капать там, что вообще вот, по-моему, бессмыслица там или как-то еще, а вот именно так вот, знаете, серьезные взрослые дозы, то, в принципе, надо иметь для этого серьезные основания. То есть интерфероны переносятся плохо. И в данном случае это получается из пушки по воробьям. Они действительно обладают и прямым противовирусным эффектом, и иммуностимулирующим. Но ОРВИ – это не та группа заболеваний, при которых стоит использовать такую тяжелую артиллерию. Даже при гриппе этого не стоит делать, потому что интерфероны усугубляют лихорадку, усугубляют вот этот воспалительный процесс, то есть усугубляют тяжесть состояния. Может нашкодить. Ну, безусловно. То есть с этим надо быть аккуратным. Я вас прибью, пані Галина, у нас є на зв'язку глядач, давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У меня вот такой вопрос, госпожа Громадская, при всем уважении. Вот вы рассказываете о том, что когда человек болеет, ему не нужно принимать никаких препаратов, ничего делать, просто отлежаться и так далее, пить много жидкости и так далее. Да. У меня вот вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а как мы можем гарантировать, что заболевание определенное, ОРВИ, к примеру, не вызовет какое-нибудь осложнение? Может быть, эти вот препараты, кроссинферон и так далее, они как-нибудь помогают человеку в этом плане, чтобы не было этих осложнений? Это первый вопрос. Uh-huh. И второй у меня вопрос, это насчет, вы так описали идеальную картину о том, что ты приходишь к педиатру с ребенком, потому что я сейчас сам ребенка, и, должны знать его хронические заболевания и так далее, там, предполагать. При этом я знаю, что у меня ребенок еще до года, ему выписывались интерфероны всевозможные, и, естественно, педиатр не мог знать, что это хронические развития заболевания, это первое. Во-вторых, нам очень редко уже, когда ребенок стал старше, направляли на какие-нибудь анализы для того, чтобы, определить какие-то хронические заболевания или, возможно,
форму этого ОРВИ, так вы говорите, что и грипп входит в эту вот как бы структуру. Mm-hmm. Поэтому у меня возникает вопрос, как педиатр может на глаз взять, написать какое-то лечение, или же просто в список лекарств добавить только интерферон и там, например, на соль. Дякую, ми почули ваше питання. Я поняла. Значить, перший вопрос по поводу осложнений. Здесь надо сказать, что, понимаете, какая история? Если, допустим, я знаю своего пациента уже досконально, я действительно могу с той или иной вероятностью предполагать, что вот у него там будет то-то, и в связи с этим у него разовьется то-то. Но вообще, по большому счету, осложнения вы предсказать никак не сможете. То есть, скажем так, есть вирусные инфекции, при которых, например, поражается мышца сердца и формируется миокардит. При том же гриппе, не только при гриппе. И предсказать, что вот у этого человека оно разовьется, практически нереально. Так вот организм устроен, это черный ящик. Мы можем только предполагать с какой-то долей вероятности, когда мы знаем об этом организме все, что вот у этого человека точно будет обострение бронхита, потому что он у него тяжелый. А вот как пойдет инфекция в том или ином случае, у каждого конкретного человека мы со стопроцентной гарантией, конечно, предсказать не можем. Соответственно, и превентировать заранее эти осложнения нам достаточно сложно, потому что, собственно, мы не знаем, о чем пойдет речь. И здесь, к сожалению, наступает тот момент в медицине, когда нам надо просто ждать, как развиваются события. В подавляющем большинстве случаев они развиваются благоприятно. В единичных случаях так или иначе развиваются действительно какие-то осложнения, которых мы не ожидали. Но превентировать это нельзя. По поводу второго вопроса о том, что педиатр на глаз там определяет, что назначит, что не назначит, понимаете, да, действительно, я рисую достаточно идеальную картину, но, в общем-то, педиатр, который наблюдает ребенка с грудничкового возраста, он, по идее, должен знать этого ребенка. То есть, если вы водите ребенка с грудничкового возраста, приносите к одному и тому же педиатру, как Анне Петровне, там, Людмиле Ивановне там, и так далее, то, наверное, эта Анна Петровна уже наблюдала развитие этого ребенка и знает, что у ребенка есть судорожный синдром, бронхиты частые, у него синусит есть, у него, наверное, аллергические какие-то заболевания. То есть, понимаете, ведь, собственно, в этом и смысл института семейной медицины, там, педиатрии, участковых врачей, в том, чтобы знать своих пациентов. Что касается на глаз определения, я вас, наверное, разочарую, опять же, понимаете, смотрите, вот вы приходите с ребенком с ОРВИ. В общем-то, сопли появились, там, ребенок у вас в целом, я просто не знаю конкретно вашей ситуации, мы рисуем гипотетическую ситуацию, у вас ребенок в целом здоров. И вот вы приходите с ребенком в педиатр, педиатр смотрит, сопельки прозрачные, белые, температурка небольшая, горлышко красное, гнойных там розовое, красное чуть, гнойных пробочек нет, послушала легкие, в легких все чистенько. Что предполагает педиатр с большой долей вероятности и справедливо, что у ребенка не тяжелое, не драматичное ОРВИ. Что она значит? Назначает педиатр то, что принято назначать в этом случае по схеме. То, что сейчас эта схема меняется, для многих это в какой-то определенной мере даже ломка. Но медицина – это та область деятельности человеческой, где учатся постоянно. То есть, да, ваши педиатры примут к сведению это письмо, что-то отсекут, что-то уберут, почитают дополнительно литературу именно потому, что вышло это письмо, и от чего-то откажутся, что-то добавят. Поэтому, скажем так, каждая конкретная ситуация, каждый конкретный больной – это человек с определенной болезнью, конкретный человек. Подход к нему всегда индивидуальный. И лучше, чем человек, который видит тебя раз в 3 месяца и знает твое состояние, лучше этого ничего не придумать. Пані Галино, у нас лишилась буквально 1 хвилина ефіру. Я дуже вас попрошу коротко пояснити, що ж варто робити хмельничанам, коли вони бачать список, який їм пише лікар в цьому випадку, і як можна все ж таки простимулювати імунну систему дитини, щоб... Плохая мысль. Значит, давайте так, дорогие мои друзья, давайте вы будете... Вы будете грамотными пациентами. Вы можете спросить врача, вы можете задать ему любой вопрос. Это не должно носить и иметь какую-то оскорбительную форму, это что ты мне тут написала, вот в это не надо. Естественно, это будет восприниматься врачом в штыки. Но просто попросить пояснений, почему это, почему не это, а зачем это, вы вполне спокойно, корректно можете. Более того, такое поведение пациента всегда стимулирует врача к тому, чтобы
отвечать, грамотно формулировать свои мысли и грамотно формулировать назначение. Стимулировать иммунитет, пожалуйста. Огромная просьба. Не надо стимулировать иммунитет ни у взрослых, ни у детей, если для этого нет жестких показаний. Можно натворить такого, из-под чего вы потом будет очень сложно выйти. Дякую велике вам за інформацію, яку сьогодні ви нам повідомили, про всі рекомендації. Нашим глядачам дякую за увагу. Зустрінемося вже завтра у цій студії на каналі «Поділля Центр». Все добре.